Принял? Да.
Вот он. Внутри небо пыль. Ага. Ох, ёлка. Наверное, еще правее сделаем. Улевее, левее. Чуть-чуть. Вот так сделаем. Вот это уже более-менее похоже на правду. Может, тоже сделаем 5.20, стены же еще будут. С одной стороны и с другой стороны уже одинаково. Все, все. 4.20? Да. Точно не так.
холодильник. Эти сухие. Так, сейчас туда эти щепки. Мы перекусили, сходили уже за водой, придумали такой себе умывальник. Uh-huh. Это надувная, как это, надувной насос от коврика. Набрали туда воду, поставили туда вот такой чопик, чтобы сильно не бежало. И здесь руки моем, умываемся. Впервые Хьюго так отреагировал тут. Начал лаять и побежал в сторону лагеря. Я вижу, у него холка стоит. Хап! градусов, 73% влажности. Мы в футболках работаем, потому что жарко, потеется очень сильно. От одного пня избавились, и это очень хорошо, остался второй. Прогнал, молодец. Молодец, молодец, Хуга, дай полюблю тебе. Ты маленький мальчик, молодец, предупреждаешь нас, красавчик.
Вот тут вот еще держит. Внизу. Смотри-ка. Краник. Хоба. Тебе надо кушать сварить.
Только что лось цокнул. И пробежался. И пробежался. Но мы сигнал охотника долбанули. И где-то вот в той стороне убежал. Хьюго туда побежал, пролаял. Сейчас стоит, смотрит. Хьюго, иди сюда. Все, все, ушел. Все, молодец. Молодец, мальчик. Молодчина. Может, сам на меня еще? Давай. Куда? Вот этот? Вот. Вот сюда, вон ты. Вот сюда. Хьюго, Хьюго, пойдем. Молодец. Лазенька. Тут дыра.
дальше будет хуже копаться, потому что пошла глина. Ну, у нас вообще, в принципе, почва такая, глинистая, вообще везде. Вот 35 сантиметров было земли мягкой. Вот здесь мы попробовали копнуть. Тут уже идет глина. Она тяжелая и очень твердая. Вот. Яма 4 на 5, то есть мы метр углубимся, и метр будет у нас вверх. Крыша у нас будет двускатная. Будем делать ее из полубревен, скорее всего, и закидаем землей, чтобы было меньше теплопотерь. С каждой стороны по метру, наверное, земли лежит.